Когда беспилотники атакуют, ну, конечно, просыпаешься. Это ж не спокойный сон, дом трясется, ты беспокоишься за своих детей. Но есть уверенность, что это работает ПВО, и город Севастополь под хорошей охраной. Мы уже привыкли, что постоянно звуки, постоянно учения, и, в принципе, не обращаем на это никакого внимания. Да, когда город атакует, я уверена в нашей армии. И, конечно, есть немножко страх за детей, за родителей, но все равно у меня уверенность, что все будет хорошо, и мы победим. Да, были взрывы в ночное время, но нас это особо не беспокоит, потому что мы люди умиротворенные и переехавшие с материка сюда, поэтому спокойно относимся к ситуации.